частном секторе Бердска сгорели дом и баня. Хозяева дома вовремя успели покинуть горящее помещение. Подробности далее. Сегодня около 7 часов утра загорелась пристройка к дому в частном секторе по адресу Чайковского, 24. Потом огонь перекинулся и на баню. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. По словам очевидцев, строения были охвачены пламенем в считанные минуты. По предварительной информации, причиной послужило короткое замыкание электропроводки. В доли секунды пламя распространилось. Вот вообще, я в 6 часов без 10-6 выходила на улицу, ничего нигде не было. Успели детей вытолкать, и сами я в ночнушке выскочила, меня люди одели. Ничего не осталось. Жертвой пожара стала собака, которая находилась в этот момент в доме. Точную причину возгорания назовут эксперты. За первый квартал 2019 года на территории нашего города на пожарах погибло 3 человека. 3 человека получили травмы. В 2018 году за аналогичный период погибло 2 человека. Травмированных на пожарах зарегистрировано не было. Наибольшее число всех возгораний с начала этого года, а это почти 50%, произошло по причине неосторожного обращения с огнем.